стоянке, где машины в ряд стоят винтом к винту, и стеклянные кабины с грустью смотрят в высоту. Есть особая вертушка, ее видно за версту, с яркой надписью «Братишка» на простреленном борту. От Бамута до Цхинвали, от войны и до войны, так его любя прозвали с уважением пацаны. Сложным было положение, долго длился бой, и вот оказался в окружении под огнем десантный взвод. Пригорюнились парнишки, нечисть, сука, прет и прет. Вдруг глядят, летит братишка, их любимый вертолет. Сбросил вниз вооружение, все, что надо для войны, и прорвали окружение, победили пацаны. Зверев умалишенно, били черти его в лед. Только как заговоренный был проворный вертолет. Сквозь обстрел проскочит мышкой, не теряя высоту, с яркой надписью «Братишка» на простреленном борту. От Бамута до Цхинвали, от войны и до войны, так его любя прозвали с уважением пацаны. Улетит, бойцов оставит и обратный курс возьмет, к месту раненых доставит и лекарство подвезет. Словом, дел ему хватает, хоть пробоины видны. Все летает и летает скромный труженик войны. От Бамута до Цхинвали, от войны и до войны, так его любя прозвали с уважением пацаны. Настоящий не из книжки, набирает высоту с яркой надписью «Братишка» на заштопанном борту.